В Люберцах стартовала выездная смена для одаренных детей. На протяжении 5 дней призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будут посещать мастер-классы, лекции и практикумы от преподавателей вузов и лучших учителей округа. Тему продолжит наш корреспондент. Ежегодно мы проводим выездную смену для одаренных детей. Это интенсив по основным предметам, по трем направлениям, которые в дальнейшем помогают нашим ребятам городского округа Люберцы защищать честь Люберец на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Каждый день, наполненный новым опытом, начинается с утренней зарядки для ума. Острые дискуссии о литературных шедеврах, анализ исторических событий или погружение в законы математики помогают школьникам познавать новое преподаватели вузов и лучшие учителя округа, которые подбирают индивидуальный подход к каждой группе учеников. Мы не первый год работаем здесь с ребятами и стараемся сделать так, чтобы у них была возможность настроить себя на борьбу за победу. Мы стараемся здесь, собираясь с детьми, не только как бы освежить в памяти какие-то исторические события, но и научить их бороться до конца за каждый балл. Со школьниками проводят занятия с углубленным изучением по трем направлениям: естественно-научное, физико-математическое и гуманитарное. Интенсивный форум направлен не только на получение высоких результатов в следующих этапах Олимпиады, но и на помощь в выборе будущей профессии. Кирилл Максимов в выездной смене участвует не впервые и благодаря ей понял, что хочет стать врачом. Нас готовят не только по формату Олимпиад, но также мы узнаем много нового для сдачи экзаменов, а это очень полезно. И всегда расширяют наш кругозор во всех предметах. Каждый раз приходишь, думаешь, что ты все знаешь, но тебе всегда открывают глаза на что-то новое. Площадкой для интенсивного форума стала 41-я гимназия. Занятия проходят в период каникул. Всего в программе участвует более 350 старшеклассников. Выездную смену для одаренных детей в городском округе Люберцы проводят 5-й год. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.